Наруто? Он похож на Наруто-куна. Наш друг меха Наруто-кун. Не знаю, кто тебя создал, но я не проиграю подделки. Что? Похоже, он извлекает чакру девятихвостого из Наруто. Если так продолжится, Наруто может не выдержать такого. Он крошечный! Твою ж мини-розенган! Все совсем без сил. Ясно, чтобы извлечь чакру девятихвостого, он должен находиться близко к Наруто. Тогда унесем Наруто от него. Найти его. Что за... Не волнуйся. Только Анбу знает об этом секретном проходе. Он нашел нас? Нет, атакует вслепую. Наруто, тебе его не победить. Сейчас мы можем только отступать. Нет! Взгляни на масштаб разрушений. Нейджи использовал Бьякуган, чтобы осмотреть его. И выяснилось, что он использует запечатывание 8 триграмм. Он хочет высосать из тебя всю чакру, ослабить тебя и захватить девятихвостого. Он сменит Наруто в качестве сосуда. Где он сейчас, неизвестно. Но он точно появится, когда ты перестанешь прятаться. Покинь деревню, Наруто. Хотите избавиться от меня? Умолкни! Тогда нам нужен Ямато, чтобы подавлять чакру девятихвостого. И, кроме меня, нужны сенсоры и ниндзя. Какая роскошная носилка! Ямато, сядешь вместе с Наруто и будешь подавлять чакру девятихвостого. Наруто, усай тугре. Так точно. Как меня угораздило застрять тут с вами, капитан Ямато. Вперед! Что за меха Наруто? Он тут! Он умеет летать? Шина! Что? Хватит, остановитесь! Я здоров, все хорошо. Уверены? Отлично, продолжай. Ну же. Техника теневого захвата. Что? Мне нужно больше теней. Кагео. Шикамару. Ты не пройдешь! Да как ты посмел тронуть Чоджи? Он нападает, Нейджи! Вращение! Что тут происходит? Что? Капитан Ямато, лидер команды номер 7. Прорыв в атмосферу. Захват девятихвостого — это не только твоя проблема. Каждая жизнь в деревне сейчас под угрозой. Наруто! Эй!
Я покажу тебе, почему меня зовут копирующий ниндзя. Черт! Ты кто такой, черт побери? Что ж ты такое? Девятихвостый. Он нужен мне, отдай его! Ты? Я Гара Песка. Я товарищ Канохи. Атаки на расстоянии и совершенная защита. Эта миссия специально для меня. И к тому же машину уязвимы к песку. Гара, ты такой крутой, да ты мою! Что, чакра девятихвостого еще не извлечена? Ты же должен был стать главным оружием Акацки. Да ты только послушай его, Гара. Даже меха тебя не хочет. Гара, Гара, улыбнись. Любовь. Ярость. Ты трус. Сжать. Гара Казакаги свалил с поля боя. Это... Мы находимся в животе змеи. Где Саски? Прости. Но теперь это дитя будет служить мне. Если я владею телом Саски-куна и девятихвостым, в этом мире для меня не будет преград. Это жалкая копия моей ловушки жабьего рта, Орочимару. И благодаря ей Наруто-кун не сможет сбежать. Давно не виделись. Техника призыва. Когда он появится, он будет похож на отшельник Джирая говно. Что ж мне делать-то? Что ты задумал? Я могу со всем разобраться. Почему ты не сдаешься? Я уже говорил, что не собираюсь умирать тут. Хотя ты слаб, у тебя нет другого выхода. Я вернулся в деревню, чтобы тренироваться и стать сильнее. И тогда я точно вернул Саске. Чакра девятихвостого! Наруто! Так как ты относишься к Саске, это существо будет относиться к тебе. Будьте там ради Саски, вы оба. Он... мой друг! Что случилось, дитя мое? Я тебя создал, и ты опять обращен против меня? Друг. Механический девятихвостый? Меха девятихвостый? Единение. Я полечу в Коноху. Песчаное цунами. Сказал же, тебе не победить. Пожалуйста, Наруто! Наруто? Ты съел что-то не то или что? У тебя получилось? Конечно же нет. Используем всю чакру девятихвостого, что есть во мне для одного сильного выстрела. Если ты используешь всю чакру девятихвостого, Мехая, ты... Убайло! Да ты боё... Прости, Мехая. Сакура-чан. Я сдержала свое обещание. Я защитил этот цветок. Не знаю, что тут стряслось, но...
Очевидно, что он сражался для защиты деревни. Наруто! Спасибо, Наруто!